Строительная компания «Тантал». Мы строим будущее для вас. Экспресс-решение по кредитам для малого бизнеса от ВТБ-24. Оформите прямо сейчас. ВТБ-24. Большое преимущество. Добро пожаловать в санаторий «Драсон». Целебный источник, водные процедуры, лечебный косметический парафин, сауна, бассейн, фитнес-зал, киноконцертный комплекс, детская игровая площадка, четырехразовое питание. Работаем по программе обязательного медицинского страхования. Пенсионерам льготы. Лизинг на выгодных условиях. Любые виды оборудования, автотранспорта, сельхоз и спецтехники. Быстрое оформление, минимальный срок рассмотрения заявок, консультации по субсидиям. Забайкальская лизинговая компания. Улица Ленина, 63. Доверяя сбережения негосударственному пенсионному фонду благосостояния, вы сохраняете и приумножаете свои накопления. 16 лет работы на рынке пенсионных услуг. Сотни тысяч благодарных клиентов. Создавай будущее сегодня. Улица Журавлева, 7. Оригинальные формы и узоры, разнообразие фактур и оттенков, индивидуальная работа с каждым клиентом. Фабрика натяжных потолков «Стройкомплект» выполнит качественный монтаж по приемлемой цене. Короткие сроки изготовления благодаря собственному производству. Фабрика натяжных потолков «Стройкомплект». Жанна Эпле родилась 15 июля 1964 года в Москве в интеллигентной семье. Красивая фамилия Эпле девочке досталась от французских аристократов, прадедов по линии деда. В школе Жанна была заводилой, хорошо училась, занималась спортом, много читала. Актрисой стала случайным образом. На экзамены пришла с подружкой за компанию. В итоге подруга претерпела крах, а Жанна, успешно окончив институт, стала актрисой театра имени Станиславского. Визитная карточка актрисы – роль в сериале «Бальзаковский возраст» или «Все мужики СВО». Жанна замужем, имеет двоих детей – Ефима и Потапа. Вы знаете, удивительно, но оказалось, что я никогда у вас не была, несмотря на то, что я очень много езжу по гастролям. И я не понимаю, почему никогда не была, потому что мы летали и на более дальние расстояния с моими антрепризами. И считаю, что у вас невероятно театральный и культурный город, и надо к вам приезжать и приезжать. Я с удовольствием приехала к вам на фестиваль. Великолепная организация, невероятная забота, невероятно теплые люди. И я вчера даже так немножечко вздрагивала, когда шла по вашей некрасной, а какого-то невероятного цвета дорожке. И все было прямо, ну не Голливуд, но Болливуд точно. Все было на очень хорошем уровне, невероятная забота. И все у вас и вкусно, и солнце, и все прекрасно. А люди? Люди очень доброжелательны, но вы знаете, мне кажется, что чем дальше от Москвы, тем лучше люди. Потому что вот именно когда ты приезжаешь на спектакли, ездишь в другие города, ты понимаешь, для чего ты работаешь. Ты наконец-то видишь реально своего зрителя, к нему прикасаешься и понимаешь, что все, что ты делаешь в жизни, имеет смысл. Это очень приятно. Наш кинофестиваль для вас – это отдых или работа? И где вы любите отдыхать? С отдыхом сложно, потому что для меня очень важна компания. Но и не всегда ее можешь найти. Что касается времени, к сожалению, графики такие сложные, что не всегда позволяешь себе отдохнуть. Но недельку-другую я обязательно найду в году, чтобы вырваться или со своим ребенком, или со своим другом куда-то поехать. Где предпочитаете? Где-то в глубинке или лучше на курорте? Вы знаете, глубинок я много насмотрелась. Мои театральные графики, я много играю в антрепризах, подразумевает именно поездки по нашей необъятной родине. Она такая необъятная, и всякий раз удивляешься, сколько ты всего вообще еще не видела. Поэтому я много езжу по стране, и, конечно же, я предпочитаю отдыхать в Европе. На своем сайте в одной из заметок вы сказали: все-таки я очень простая женщина, не стоит думать о себе лучше. Помните, это давно, давняя заметка? Я действительно какая простая женщина. Какая вот она, женщина? Простая женщина, на ваш взгляд, и внешность в данном случае, вот это показатель? Честно говоря, я забываю, что пишу, у меня короткая память. Знаете, что такое счастливый человек, у которого хорошее здоровье, плохая память. Иногда мне нравится слово «простая», иногда мне не нравится слово «простая».
Простая в том, что, наверное, я без особых таких звездных заморочек, без амбиций особых, я доброжелательна, я всегда поддержу в трудную минуту и всегда пообщаюсь с человеком в аэропорту, я не знаю, в кафе, на улице, если в этом есть его потребность. Поскольку после передачи «Клуб бывших жен» я для многих женщин стала просто как знамя. И поэтому я считаю, что это часть моей судьбы, моей работы, моей предназначения общаться с людьми и быть проще. А сейчас вы что-нибудь ведете на телевидении? Я очень скучаю по работе телеведущей. Но сейчас у меня с субботы, буквально каждую субботу, стартовал на канале «Домашнем» новый проект. Это реалити-шоу. Взяли 5 известных женщин, известных медийных актрис, и мы снимаем реалити-шоу, которое будет называться «О чем говорят женщины». Что вот вам больше нравится, если можно так сказать, кино, театр или вот на телевидении работать? Вы знаете, мне все нравится. Я так люблю свою работу, я такая жадная до своей работы. Сейчас, к сожалению, у меня мало снимают в сериалах. Вот. То ли сериалы такого формата, которым не позволяют бюджеты и нет для меня ролей. Но я снимаюсь в кино, я много работаю в театре. И, в общем, у меня достаточно много на телевидении. Мне все нравится. И последний вопрос тоже о вашем сайте. Последняя заметка там датируется октябрем 2009 года. Вот почему вы перестали на него писать и появится ли там что-нибудь? Не хочу больше писать. Мне очень хочется помолчать. Вы знаете, мне кажется, я столько уже о себе сказала, написала, что наступил такой момент, когда пора и помолчать.